Друзья, наступает Новый год, и это означает, что сегодня день волшебства. Сегодня с помощью вас, да-да-да, с помощью вас, я попробую принести волшебство к вам домой. И поэтому вы должны мне помочь. Поучаствовать в этом волшебстве. Без вас не будет волшебства. И все это потеряет всякий смысл. И поэтому попрошу одного из вас подойти к телевизору, или к телефону, или к компьютеру, или к планшету, на чем вы сейчас смотрите меня. Подходите ко мне поближе к экрану. Подходите поближе и попробуйте дотронуться до моего пальца. Прикоснитесь к моему пальцу. Вы прикоснулись? Ну вот, видите, все очень просто. Теперь слушайте и смотрите внимательно. Сегодня мы выберем, что мы больше всего хотим на Новый год. Вы выберете самое сокровенное пожелание, и я его угадаю. У нас будет 12 вариантов пожеланий. Они будут расположены по часовой стрелке. Запомните, 12 вариантов. Вы выберете один, и я его угадаю. Мы начинаем. Смотрите внимательно. Номер 12. Мы хотим солнышко загорать. Номер 11. Это море. Номер 10. Мир. Мы желаем, чтобы был мир на всей планете. Номер 9. iPhone 12. Это тоже может быть чье-то желание. Номер 8. Чтобы было очень-очень много игрушек. Весь дом забить игрушками. Следующее. Номер 7. Путешествие. Путешествие по всему миру. Это тоже хорошее пожелание. Номер 6. Много конфет и мармелад. Переходим номер 5. Радости, счастья и веселья, чтобы было на Новый год. Номер 4. Пожелание, чтобы у тебя было много-много друзей. Номер 3. Много праздников, много каникул на Новом году. Номер 2. Чтобы тебе подарили какую-то миленькую собачку или какую-то пушистую кошку. И последнее пожелание, номер 1. Чтобы осуществились все желания и мечты. Теперь, ребята, вы выберете одну из этих пожеланий. И я это угадаю. Смотрите и слушайте внимательно. У нас 12 пожеланий, и я найду, что вы загадали на Новый год. Вы пойдете по этим стрелкам, и я вас найду. Несмотря на то, что вы там, а я тут. Итак, начали. Вы выбиваете любое число от 5 до 15. И проходите вот так по стрелке. Например, вы загадали цифру 7. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И палец вы должны держать на том месте, где вы остановили. Теперь начинаем. Загадайте число от 5 до 15. И ходите так, как я вам показывал. Видите первую стрелку? Вы должны начинать оттуда. Начинаем от первой стрелки. Если вы выбрали число 5, то начинаем. 1, 2, 3, 4, 5.
Ну что, вы запомнили где? Оставляйте палец на этом месте, не шевелите руки. Теперь то же самое число, но в обратную сторону. И оставьте палец на том месте, где вы остановились. Ну что вы сделали? Я точно знаю, что это не номер один. И знаю, что это не номер пять. Также знаю, что вы не на номере семь. И ну, конечно, вы не на номере девять. Поэтому его тоже убиваем. Теперь, внимание, держите палец там, где вы держали. Делайте четыре хода. Или назад, или вперед. Только четыре хода по существующим цифрам. На ваш выбор, назад или вперед. Ну что вы сделали? Раз, два, три, четыре. Держите палец, где вы остановились. Я знаю, что вы не на номере два. Я знаю, что вы не на номере три. Я уверен, что вы не на номере восемь. Друзья, я знаю, что вы выбрали самое главное на Новый год. Держите палец на месте, где вы стоите, и волшебная стрелка укажет ваши мечты на Новый год. Конечно, друзья, мы все выбираем мир и счастье на всей планете. С Новым годом, друзья! Чтобы все ваши желания сбывались. Мир на нашей земле. Если я угадал ваше число, то подписывайтесь на канал, ударьте на колокольчик и подписывайтесь на канал, и ставьте лайк.